Здравствуйте, в эфире программа «Вопрос дня», я ее ведущий Александр Климов. Хакасия получит 2 миллиарда рублей на развитие сферы образования. Деньги должны поступить в регион в рамках национальных проектов и других федеральных программ. На что пойдут эти деньги и в каких муниципалитетах появятся новые образовательные учреждения, об этом мы поговорим с министром образования и науки Хакасии Ларисой Гимазутиной. Лариса Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Лариса Николаевна, в декабре вам удалось защитить проекты по развитию инфраструктуры в системе образования. Поделитесь планами, на что пойдут средства. Ну, я хочу сказать, что в Москве защиту в рамках национального проекта проходили все субъекты Российской Федерации, в том числе и наша Хакасия. То, что мы на сегодняшний день имеем на 2019 год, это только маленький-маленький шажок. Мы продолжаем строительство 6 детских садов и одной школы крупной в городе Абакане. Это мы продолжаем. 1 сентября 2019 года школа у нас заработает. У нас 4 детских сада, а может быть и 5, начнут принимать детей. Но к 31 декабря откроется и большой детский сад, еще один, Политвинова в городе Абакане. То, что мы начинаем в 2019 году, стартуем в рамках нацпроекта. Это, выполняя пожелание, которое было давнее, мы строим новый детский сад на 260-280 мест в микрорайоне Иткульский, поселок Шара. Новый сад вот в том микрорайоне, который был для погорельцев, скажем так, был разбит. Мы строим новую школу в Целином. У нас там прекрасный детский сад, рядом будет красивая, суперсовременная школа. И немножко забегая вперед, у нас есть мечта, идея, мы обсуждаем с федеральным центром, именно в Целинной школе поставить IT-куб. Это суперсовременная мини, скажем так, лаборатория технического. Это все, что связано с компьютерными технологиями. И там будут заниматься не только ребята Ширинского района, но, естественно, Орджоникидзевский, Багратский, близлежащие школы. Мы начинаем строительство 2 садов на территории Аскисского района. Это на, я так скажу, станции Аскис и Бельтырах. Один из садиков в Бельтырах расположен в приспособленном здании, старое общежитие, когда был лесозавод. Ужасные условия. Поэтому было принято решение, мы там строим садик на 120 мест. На станции Аскис мы сейчас решаем, либо это будет 60, либо 80. Чем больше сад, тем меньше средств уходит. Поэтому мы работаем вместе с нашим муниципалитетом, мы работаем с федеральным центром, как вот нам тут решить эту проблему. Я думаю, мы ее решим. Мы начинаем строительство детских садов в Новокурске. Это тоже давно назревшая проблема. Рядом у нас Калы, где нет детского садика, а расстояние между поселениями 5 километров. Так как садик будет находиться на окраине села, то практически 3 километра. Красивый, суперсовременный садик будет у нас в Новокурском. У нас в перспективе строительства еще 2 детских садов, это в городе Черногорске. Чапаевску, наконец, мы прошли все процедуры. Мы начинаем строить Чапаевскую школу, камень мы заложили. Все было связано с тем, что не хватало земельного участка. Нужно было провести определенные процедуры. Конечно, население вызывало вопросы, почему камень заложили, школа не строится. Все было связано с землей. Мы строим новый детский сад, начинаем в Калинино. Буквально в понедельник мы уезжали на место, посмотрели, где расположен наш участок. Это в центре, там в новом районе, где 3000 участков, рядом еще 5000 нарезаны. Ставим детский сад на 120 мест. Сейчас вот Николай Генрихович и глава региона Валентин Олегович вылетают в Москву, где мы будем работать по вопросу, чтобы нам еще разрешили строительство еще одной школы в Абакане на 250 мест в новом 10-м микрорайоне, чтобы снять там напряженность. То есть мы продолжаем работу. То есть львиная доля тех средств, о которых говорилось выше, 2 миллиарда рублей, пойдет на строительство. Да. А кроме строек что-то еще планируется сделать? Закупка оборудования, книг, что-то в этом роде? Вот мы стартуем на определенное направление нас проекта в рамках современной школы и в рамках успех каждого ребенка. Это 2 федеральных проекта, в которых мы участвуем. Это создание именно высокотехнологичных мест для учащихся. Мы заявляемся на 3 мобильных кванториума. 3 мобильных. Мы просчитали всю составляющую. То есть мобильный кванториум строит где-то 7-8 миллионов, но содержание. Это нужна машина, это нужны рабочие руки, это нужны специалисты высокого класса, которые пройдут обучение в Сколково, которые будут обучать наших детей. Это так же, как кванториум. Где они будут располагаться? У нас есть идея так, что мы перекрыли бы всю республику. То есть, естественно, это северное направление, южное и, скажем, вот в сторону Саяногорска. Чтобы минимизировать риски, эти машины вместе с оборудованием будут располагаться на базе наших республиканских учреждений, техникумов. Мы составим график.
так, чтобы каждый ребенок, независимо, без камжи он учится или в Саногорске, мог заниматься в этих кванториумах. Второе, что мы будем делать в 2020 году, мы будем заявляться на классы гуманитарные, естественно, научные направления, то есть это непосредственно оснащение классов. А это значит учителя физики, химии и так далее. Опять же, мы должны четко понимать, в каких районах мы это начнем делать. То, что касается учебников, это не национальный проект, это обязанность субъекта. Ежегодно мы закупаем на 49 миллионов учебников. Мы активно работаем с Яндекс.Учебником, работаем с издательством просвещения, с другими. Мы стараемся закупать электронные версии, но там, где это возможно. Ну, то есть, кроме 2 миллиардов, есть шанс привлечь в республику еще дополнительные средства? Это даже и не обсуждается. Мы будем работать. Вот две программы, в которых наибольшее количество денег, это «Успех каждого ребенка», «Современная школа». В них несколько подпрограмм, и мы везде будем заявляться. Кроме того, школа, которая реализует только адаптированные программы, мы тоже в 2020 году входим в проект и будем защищать интересы наших школ, чтобы получить оснащение современное для этих школ. Лариса Николаевна, если подвести итоги 2018 года, какими достижениями, можно сказать, там, гордиться и как отработало министерство в минувшем году? Оценку министерства, наверное, будут давать наши жители региона, наши коллеги. А вот то, что касается достижений, было и есть достижением, это наши дети. Начиная от наших дошколят, заканчивая нашими студентами. Которые, если принимают участие, мы обязательно в лидерах. Наши школы, которые входят в топы, которые побеждают в независимой оценке качества условий обучения на Ленинградском форуме, на Московском форуме. Конечно же, есть много проблем, над которыми нам нужно работать. Есть недостатки, недочеты большие в работе министерства, мы тоже их знаем. Но есть понимание, как решить эти проблемы. Я всегда цитирую нашего министра Ольгу Юрьевну Васильеву. Да, в образовании есть проблемы. Но есть понимание, как их решать. Лариса Николаевна, каждый год в Хакасии все-таки строятся, создаются дополнительные места и в детских садах, и в школах. С какой целью это делается? Это все-таки планы на будущее, дополнительный резерв, скажем так, мест? Или очереди до сих пор у нас остаются? В соответствии с указом президента на территории Республики Хакасия проблема очередности в детские сады от 3 до 7 лет решена. А вот новый указ – ликвидация очередности от 2 месяцев до 3 лет. Но больше, конечно, упор делается от 1,5 лет до 3, потому что и в нашем банке данных львиная доля малышей, которые хотели бы пойти, родители бы хотели, чтобы детки пошли в детский сад, это от 1,5 лет. Поэтому нам необходимо было построить детские сады и ясли, в которых созданы условия для такой категории наших граждан. Потому что в обыкновенном детском саду не предусмотрено, например, место для грудница, для того, чтобы мамочка к нему пришла, пеленальные столики. А вот современные садики, которые мы строим, они все садики, ясли, мы строим с учетом возраста малыша от 2 месяцев до 3 лет. Ну вот по вашим все-таки расчетам, задача, поставленная президентом, она реализуемая в нашем регионе? Однозначно реализуемая, однозначно. Конечно же, большее количество детей, вот, которые нуждаются в садиках, это Абакан, Черногорск, это крупные районные центры. В сельских поселениях там меньше нуждаемость в этих местах. Вместе с тем мы все равно смотрим так. Вот, допустим, мы строим детский сад в Шре и строим Целинном. Уже построен. Мы же понимаем, что они расположены очень близко. Возможно, будет подвоз. Возможно, что... Конечно, не столько нам дают автобусов, сколько мы заявляемся, но в этом году, в 2018, мы получили 6. Большой автобус, газели комфортабельные, и мы практически закрываем потребности наших новых автобусов. У нас Багратский район на 100% обеспечен. Приближаемся к 100% практически везде. У нас одновременно на маршрут выходит 102 автобуса. 102 автобуса. И перевозим мы более 2000 детей. Поэтому нам все это нужно отслеживать, все это понимать и работать с федеральным центром по тому, чтобы нам еще предоставляли автобусы. Республика и сама закупает автобусы. В том году мы купили 4 автобуса свои республиканские. Лариса Николаевна, а с открытием новых детсадов и школ проблем с кадрами не возникает? Учителя, воспитатели у нас есть? То, что касается кадров. В принципе, кадрового голода нет, особенно по воспитателям. Спасибо нашему университету, там есть отделение дошкольного образования и в педколледже, буду так называть, и в самом университете. А вот с учителями у нас есть необходимость именно в учителях физики, химии и математики. Иностранный язык, ну, скажем так, иностранный все-таки мы закрываем. А вот эти 3 категории, это очень сложно. Не было такого, скажем, оборудования, чтобы преподавать физику и химию на том должном уровне. Но, думаем, с введением нас проекта мы создадим условия и
люди пойдут к нам в школу. Конечно же, мы видим решение вопроса в том, чтобы у нас люди пошли в школу. А если вы посмотрели на всех сайтах сейчас новостных, и в том числе наш Минобр, Минпросвещение России опубликовало, что самая востребованная профессия в 2018 году были бухгалтеры и учителя. Если бы нам повысили немножко зарплату учителям, то я уверена, у нас бы вакансий вообще не было. В последнее время физика же вообще в школах, она велась, так скажем, по остаточному принципу, разрешалась и по стандарту. Сейчас час, если раньше везде было обязательно 2 часа, то я думаю, с введением вот IT-кубы, которые мы поставим в школы, суперсовременные классы, то и физика будет на другом уровне, у ребятишек будет больше интерес. Но самое главное, должен быть учитель. Лариса Николаевна, если говорить о планах, кроме строительства, открытия кванториума, над чем еще работаете, какие перемены будут в образовании нашего региона? Да, это новый качественный уровень. У нас выйдет система дополнительного образования детей. Наконец, в полной мере, откроем со всеми требованиями брендбука и так далее наш кванториум. Буквально сегодня-завтра будут объявлены торги для того, чтобы те площади, которые у нас есть в музейном комплексе, привести в строгое соответствие с требованиями, дополнительное электрическое обеспечение, дополнительное зонирование и так далее, и так далее. И мы развернем кванториум полную силу. А это значит, ребятишки смогут получать дополнительные знания в области различных современных технологий. Это IT-технологии, это биотехнологии, физика и так далее. Второе. Мы на новый качественный уровень через нацпроект выведем и систему среднего профессионального образования. Именно у Министерства образования 13 техникумов, и у них 3 филиала. Что здесь? Мы планируем получить не менее 50 новых лабораторий. Более того, на базе одного из техникумов, ну это будет 2021 год, мы планируем создать центр прикладной квалификации мощный. Такой ресурсный центр, хотя сейчас наши техникумы высоко котируются и в Российской Федерации, мы выиграем различные гранты, но как воздух нам нужны эти новые лаборатории. Мы сейчас реализуем новые профессии, из топа 50, есть топ-регион. Но для того, чтобы ребятишки выходили суперподготовленными и работодатель не предъявлял нам претензий, нам необходимо это оборудование. Вот сейчас мы готовим площадки WorldSkills, сухая штукатурка, сварщики, одно место ученическое от 500 тысяч рублей. Да, потому что там определенные материалы должны быть, определенный сварочный аппарат, определенные инструменты, которыми это все делается. Но это мы готовим 1-2 ученических мест. А нам нужно, чтобы каждый ребенок, обучающийся по профессии, специальности, имел доступ к этим материалам, к этому оснащению. В 2020 году мы начнем готовить документы. Мы в 2019 начинаем, в 2020 мы войдем. Мы сейчас заявимся, ну, минимум на 10 лабораторий. И уже в 2021 мы более массово пойдем. То есть опять мы просчитываем ресурсы, мы просчитываем кадровое обеспечение. И нам все нужно просчитать и понять, в какие техникумы мы зайдем. Мы не хотели бы, чтобы на территории республики закрылось какое-то училище. В наших училищах именно учатся ребята, но которые очень сложная судьба. Это дети-сироты. И выбросить их сейчас на рынок неподготовленных в 18 лет, мы дадим им одну профессию, мы дадим еще им одну профессию, мы их подготовим, и тогда они взрослыми людьми у нас выйдут уже работать. Как правило, у нас процент трудоустройства очень высокий, мальчишки у нас, слава богу, все здоровы, они идут в армию, девчонки у нас становятся мамочками, но после, когда вышли с декрета, отслужили, процент у нас по профессиям 90-95 идет. То есть нормальное трудоустройство. Над чем мы еще работаем? В рамках нового стандарта профобразования, когда ребенок получает ту или иную профессию или специальность, возможность получения нескольких еще профессий. Мы на этом стояли и будем стоять, чтобы ребенок, отучившись 3 года, 4 года, имел не один диплом, ну, условно говоря, автомеханика, а несколько еще свидетельств. Допустим, он автосварщик, газоэлектросварщик, то есть сопутствующий, чтобы он мог, ну, быть трудоустроен. Вот такой вот мы преследуем. Лариса Николаевна, спасибо за беседу. Это была программа «Вопрос дня». Увидимся завтра.